Натрите половинкой лимона плиту на кухне, и вы увидите, что происходит. Привет, дорогие друзья! В этом видео я покажу вам, как очистить варочную панель из стеклокерамики, индукционные плиты и любые поверхности от застарелого жира и нагара. Очень часто бывает, вы не уследили, продукты попадают на варочную панель, пригорают, остаются некрасивые пригоревшие круги, и нужно как-то их убирать. Попробуйте обязательно этот способ, результат удивит. Понадобится третья часть лимона и немного пищевой соды. Ну куда же без нее? Разрезаем лимон. У меня есть вот такая индукционная плита. Сбежала каша и пригорела. Будем ее очищать. Макаем лимон в пищевую соду и распределяем по всей поверхности. Сода и лимон сделают свое дело. Можно даже немного выдавить из лимона сока. Ну что ж, готово. Как вы видите, сразу происходит бурная реакция. Идет интенсивная чистка. И оставляем этот состав на 15 минут. Все очистилось до блеска без малейших усилий. Берите на заметку этот простой, но действенный способ. Поделитесь этим видео с друзьями, близкими, знакомыми. Большое вам за это спасибо. Всем добра, удачи и до новых встреч. Скоро увидимся.